закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Hyundai Sonata. Показываем, как выглядит проклеен багажник. То есть пол багажника, арки, крылья. Также проклеили в дверях вторым слоем уже. Сплошным ковром нанесли. Ну, второй слой приступили наносить на крышу. И частично приступили проклеить уже третьим слоем. То есть собрали дверную карту и катаем вибропласт, третий слой. Смотрим дальше.